Очередная серия Жора Бжурыча. Очередной кофе. Опять же без сахара, потому что сегодня мы будем обжираться. Обед устроим из бомбастика. Шоколадный батончик с арахисом. Калорийность в районе 250 вместе с кофе, потому что кофе у нас без сахара. Ну и это такой себе аналог Сникерса отечественного производства. Ну, тут помимо арахиса есть еще, как знаете, в батончиках вот эти вот кукурузные шарики. Сытно, питательно. В обед хватит наесться, особенно мне. Это к тем людям, которые любят, так сказать, Сникерс у себя в рюкзаке, либо в сумке. Не идеальный вариант, конечно. Лучше либо печенье, либо маленькая шоколадка, но тем не менее. Вот такая консистенция у него. Прям очень сытно, но весь мусор, бумажки и бумажные стаканчики, пластиковые эти более крышки, лучше забирать с собой и выбрасывать по дороге. Так что, ребята, не мусорим, уважаем природу, бережно относимся к ней. Всем пока. Дальше будут другие перекусы для большого города. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Оценивайте это видео.